Рыбак Алексей Смирнов вместе с товарищем, по иронии судьбы, оказался в самоизоляции в одном из затонов Волги. Сломался лодочный мотор. Рыбу не поймали, зато зарядились адреналином. До самого лета. Ведь через неделю рыбалка будет запрещена. До 10 июня. Спасли рыбаков из речного плена инспекторы Росрыболовства. Мы старались, изолировались. Видите, тут больше никого нет. Ну, здоровый образ жизни. Че, мы не выпиваем ничего, просто отдыхаем душой и телом. Рыбачить с лодки на реках и озерах можно до 20 апреля. Затем ловить рыбу тоже можно, но только с берега. Одной удочкой с одним или двумя крючками. Такие ограничения вводятся из-за нереста. Впрочем, и после 10 июня набивать лодки трофеями также запрещено. В одни руки не более 5 килограммов рыбы в сутки. Кроме осетровых пород. Их имеют право ловить только специальные артели. Рыбу надо ловить размера того, который у нас в правилах указан, да, не грешить этим тем, что вышибать мелочь, не баловаться сетями, категорически нельзя применять электроудочки. Как избежать поклевок мелочи? Просто крючок взять побольше, да, наживку покрупнее. Наша задача, как орган надзирающего, да, ни в коей мере не отводить людей от рыбалки, а объяснять и пытаться до людей достучаться, что это наше достояние общее. Во время рейда инспекторы Росрыболовства обнаружили несколько запрещенных снастей, установленных на реке, и немногочисленные компании отдыхающих. На первый раз с ними провели профилактическую беседу и попросили вернуться домой, соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.